Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Стрелакс Ролиплей. У нас обзор сервера сегодня будет, это сервер с небольшим бонусом, 500 тысяч, в принципе, сервер, не знаю, когда он открылся, недавно или нет. Ну, как я понял, такой фановый сервер, больше, чем РПшный. Так, спавны у нас... Такой. Давайте посмотрим статистику в первую очередь. Модпак я не устанавливал, но ссылку на модпак я оставлю в описании. IP группу для тех, кто захочет зайти поиграть на сервачке. Так, давайте пройдемся по менюшкам. Статистика. Такой команды нет. За меню. Окей, меню. Хорошо. Онлайн. Ага. Что-то тут все сложно. Во. Так, никнейм. Вот, кстати, мой ник, если что. Уровень второй. Ага. Окей. Окей. Так. Я думаю, нам надо на права сдать или не надо. У нас есть права. Как посмотреть? Лиц или как? Ладно. Так, какой бы цвет на велосипед выбрать? Давайте этот желтый гоночный возьмем. Прям аист. Так, чё бы нам такое посмотреть на этом сервачке? Так, важные места. Автошкола, окей, сейчас прокатимся в автошколу, посмотрим, что там. Текс. Ну, блин, мод, я не знаю, их или нет. Потому что я... О, опа, чё, это автосалон такой? Это прикольно, так. Авто, это был рынок, типа. Прикольно. Да, это был рынок. Нихера себе там тачек, блин. Так, давайте заедем. 500 тысяч у нас есть. Можно даже взять какую-то тачку. Я думаю, нам в первую очередь надо на права сдать. А потом, может быть, купим ту гоночную Волгу. Можно, пожалуйста, дверь открыть? Алло. Алло. Вася, Петя, нахуй. Ладно. Давайте выйдем с другой стороны. Так, на GPS я уже отметил автошколу. Сейчас ездим туда. Сдадим на права, если это нам нужно будет сделать. А то, мне кажется, даются лицензии. Хотя, навряд ли. Навряд ли, я думаю. Так. Нам на велике не надо. На красном стоит, я так предполагаю, в принципе. Кто на велике стоит на красном? Это ж бред. Так, на автошколу находится в стандартном месте. В принципе, да. Так, хопана. Вот мне интересно, нужно права сдавать или нет? Судя по всему, нет. Им бы стоило, конечно, поменять чекпоинт, либо вообще из GPS это убрать, как бы, чтобы не запутывать игроков. И чё у меня GPS не работает? Так, что-то мне не нравится. Так, продолжаем. Я перезашел. О, вот саны. А, у меня аж мод на диске стоит. Блин, моего желтого велика нету. Давайте розовый возьмем. Тоже гонка. Сейчас попробуем тачку купить. Я так понял, здесь права не нужны. В принципе, да. Здесь, я так понял, права не нужны. Ну, ладно. Чё? Фановый сервачок, это тоже, в принципе, нормально. Так, чё бы такое гоночное прям взять, а? Прям надо гонку, пацаны, гонку. Я видел там гонку, но сколько она стоит, я без понятия. Блин. Во, я хотел бы вот эту такую волжанку взять, блин. Это ж пушка-гонка, пацаны. Сколько она стоит? Давайте, наверное, Букар. Так, что-то не догоняю. Либо здесь какая-то хрень есть, чекпоинт или чё. Как мне ее купить? Вот в чем вопрос. Ладно, давайте попробуем какую-то другую тачку взять. Все-таки, может, здесь надо на права сдавать. Хотя,
Ладно. О, ну гонка стоит, пацаны. Во-во-во-во-во. Как ее, блядь, купить? Вот в чем вопрос. А, во. О, 235 тысяч. Вообще кайф. Беру. Выкуп успешно себе машину. И где она? И где ее? Неинтересно. Так. GPS авто. Ага, номера. И где она? Ее. Надо было просто перезайти. Я пытался этой машиной, пытался. Я себе еще вот эту бричку взял. Вообще гонка, блядь. Тюнинг. Где тут тюнинг? Есть он вообще здесь? Так. Где-то я тут наблюдал это. Поворотники есть? Поворотники. Сейчас вообще пушку такую сделаю, пацаны. Вообще охренеете. Так. Давай, зеленый, блин. Во, погнали, все. Я хочу просто ее затюнинговать. Только где тут тюнинг? Вроде бы здесь, наверное. Такс, 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 такс. Угу. По идее, надо туда заезжать. Блин. О, задний привод решает, пацаны. Так, стоп. Чё-то я заблудился. А, здесь, наверное. Или нет? Тут вообще тюнинг есть? Ладно. Такс, 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 такс. Садимся в нашу тачечку и... Let's go. Вот, тюнинг, блин. Мне что-то не отображалось толком. Это у нас... Бля, только купил. Ёб твою налево. Так, как ты ремонтировался? Пип-пип типа или чё? А, да. Надо побибикать просто. А тут номера можно где-то получить? Это чё у нас тут? Ничего? Так. Во-во-во, покраска, походу, я нашел. Я нашел покраску. Блять. Так. Color car. Color. Так. Во. Через запятую типа надо. Ухо-хо-хо-хо. Да. Зверь. Зверь. Просто зверь. Так, надо починиться еще. Вот, мне интересно, можно номера получить? Так. Не-не-не, не проваливайся. Нам еще ехать надо. Пекс. У меня 140 тысяч осталось. Бля, на него бы еще азот ебануть. Вообще было бы бомба просто. Что-то мне прям по кайфу это Волга. Блин, эти красные, прекрасные. Не люблю красные. Ладно. Опачки. Это. Что это у нас тут? Кстати, знакомый мод какой-то. По-моему, это мод от. А, я вспомнил какого-то серого мод, кстати. Кто-то на канале, помните, серый мультигейм. Так это похожий мод, походу. Как я понимаю. Так, зеленый. О, там, по-моему, номера можно получить. Если я не ошибаюсь. Так, чуть-чуть коротим. Так, стоп. Или не здесь. Что это вообще такое? Ага. Ага. Может, нам туда надо хоть какие-то номера получить? Как у него фары включаются вообще? Кто бы может мне сказать? Так, так не работает. Ладно, поехали. Угу, тут у нас ничего нету. Окей. Как-то сыроватенький, честно говоря, мод. И... Хотя, блядь, хуй его знает. Ну, блин, как-то, да, сыро, конечно. Давайте хотя бы в сторону Ашана съездим.
Блять, что у меня с текстурами, блять? Надо, наверное, все-таки было установить модпак. Такого бы, я думаю, не было. Но, как всегда, блять, я поленился модпак установить, и происходит вот такая вот бабуйня. Так, о-о, пошла бочком. Вот видите, это я из-за того, что я, наверное, модпак не установил. Тихо, ч-ч-ч. Аккуратненько. Аккуратненько. Так что установите лучше модпак. Так, я там... Стоп. Хотя там, по-моему, проезд был. А, не. Показалось. Показалось мне. Либо, блин, или... Это или что-то у меня, блин. Либо модпак надо было установить. Ну, что-то прям... Такое себе. Лайк просто за такое вождение. Типа, блин. Сейчас по полям ездить. Да. Чётенько. Давайте. Опа. Заебись. Заебись. Ну, блин. Чё-то сыроватенько. Ну, в принципе, можете зайти поиграть по фану. Как бы. Да. Но я себе купил вот такую вот пушку-гонку просто. Просто узрите это. Ну, на этом, в принципе, у меня все. Всем спасибо за просмотр. Вот такой был коротенький обзор. Толком я, в принципе, ничего не показал, но вы можете сами зайти и все посмотреть. Повторюсь, ссылочки будут в описании. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside. I was from the north. She was from